Друзья, всем привет! Томочка почувствовала себя роковой львицей в территории Крымской саванны и ходит, охмуряет белых братьев Чипа и Дейла, и уже Чук тоже посматривает в ее сторону с большим интересом. А как не посматривать, если кроме Томочки в главном прайде больше нету львиц? Не ходить же по саванне в поисках других львиц, когда их по сути-то и нету. Есть одна молоденькая львица, совсем юная, в юном прайде. И то юный прайд соединился с заколесниками, и туда сейчас ребятам из главного прайда особо уже-то и не пройти. Доступ, что называется, закрыт. Вот, друзья, поэтому Томочка и в центре этой троицы. Вот Чук идет, важно так. А здесь, возле скалы славы, Чип и Дейл и Томочка. И что же мы видим, друзья? А мы видим, что грозный ухажер Томочки, вот-вот, ничего себе, кинулся прямо на Чука. Но Чук мудро поступил, не стал связываться, так отскочил на пару метров, показал, что ему конфликт вовсе не нужен с командой своей. И вот, пожалуйста, белый брат понял, что Чук здесь прав, и подошел, так сказать, морально поддержать его, лег рядом. Вот такие вот, друзья, сцены в крымской саванне. Всем мира и добра. Пока-пока.